Девочки, здравствуйте, мои дорогие. Мне сегодня 10 мая, сегодня хотел на работу, работать, работу. Мне было сегодня две дамы, мы выбирали после каждого маникюра. Девчонки, мы активировали, всем к лету понадобились духи. Я была удивлена духами. Я уже в группе выставляла свой отзыв от дома Дживанши «Ангелы и демоны». Там в группу, если пройдете, увидите, какие именно, какой вариант. Их там, по-моему, трое духов-то. Там не духи, не парфюмерная, туалетная вода. У нас они духи. И я, конечно, была поражена, потому что я еще слышала от Натальи, от подписчицы, она мне писала, что, говорит, купила их в Essence. Она зарегистрировалась по моей ссылке, купила духи эти. Она говорит, хожу, прям летаю, говорит, такой аромат. Говорит, намного насыщеннее, чем вот в оригинале. Вот оригинальные вот они стоят, да, в ритуале Ревлош. Ревлош, я не знаю, вообще он в России остался, нет, напишите мне, еще говорю про Ревлош, может, он не остался вообще абсолютно. И в ритуале он, по-моему, где-то 6 с чем-то тысяч стоит, насколько мне, если память не изменяет, когда я ходила, делала обзор, просто его не сняла. И, значит, он, как он заявляет от Дживанши, ну, вот, кто создает эти парфюмы, что это восточный цветочный аромат, вы знаете, нет, ну, там с цитрусом таким, он, скорее всего, восточно-цитрусовый, там вот и мандаринчик, и апельсинчик, и я вот, мне кажется, там вот лилии, хотя там не написано, что лилии есть, да. Ну, хороший аромат, я прям в восторге. Вот он у меня держался в течение всего дня до самого вечера, пока я не смыла, не приняла душ. Да, сейчас уже вечер, у меня, и, значит, я заболела немножко, девочки. 9 мая вчера ходили на площадь, но мы 9 ездили, же вам говорила, мы ездили к родственникам, там поехали на кладбище к дяде, да, навестили, говорится. И там чуть-чуть меня так попродуло, мне кажется. Хотя день был такой, ну, солнечный, нормальный. И потом пошли еще на салют. Муж говорит, пойдем салют на салют, там с кем-то встретиться нужно было. Я говорю, да не хочу никуда идти, что-то себя плохо чувствую. Ну, ладно, пошли. И там такой ветер начался 9-го. Не знаю, как у вас погода. У нас вечером будет сумасшедший холодный ледяной ветер. И сегодня вот вообще прям дубак на улице. Ветрюга вообще невыносимый, дует. Не знаю вообще, что он надует опять. В общем, я подзаболела немножко. У меня утром встал, горло заложило. Мне еще девочка моя звонит. Говорит, Светлана, говорит, я потому что я говорит, приболела. Она мне звонит, пишет, говорит, приболела. Говорит, не знаю, говорит, может быть, перенесем. Говорит, боюсь вас заразить. Я говорю, дорогая моя, зараз не пристает. Я сама встала в горле у меня неполадки, он побрызгался. Ингалит, кстати, алоэ, вот этот спрей софт от Essence побрызгала, как бы легче забрызгала горло. Сейчас буду на ночь опять лечить. В общем, заезжали в Магнит, заезжали в Фикс Прайс. Сейчас покажу, что мы там купили в Фикс Прайсе. И поражаюсь, в Фикс Прайсе дорожает и дорожает тоже. А Магнит я вообще в ауте. Ну, сейчас покажу. Фикс прайс сейчас были. Смотрите, купили на 1132. Что купили? Ватные диски вот купили. Значит, они по 79 рублей. Но здесь 108 штук полотенчика. Вот это вот бумажное. Потом вот эти вот. Ну, это для мытья. Салфетка. Сколько она здесь у нас стоит? Целлюлозная 79 штук. 5 штук. А носки Зувей. Почему же он их взял? Носки Зувей 99 рублей. Ну, это женские штучки. По-моему, тоже они по 99 рублей, да? Так, полотенце 79 рублей. А, да, 99 рублей. Зубную пасту взяла попробовать. Вот это биокальций. Не знаю. Она, по-моему, 99 рублей. Угу. Мицеллярку взяла, потому что видела в гарнире, в этом, в Литуаль. Почти 400, Магнит тоже, 100-200. А, два освежителя по 99 рублей.
И еще одни носки. 99 рублей. Все. Вот фрукты из, из магнита, да? Значит, вот чек. Ну, тут на общую... Ногти, не знаю, когда я себя переделаю, девчат. Завтра постараюсь. Стыдно показывается. На 777 рублей. Вот что купили, значит, этот напиток фихуя. Значит, я ее так называю. По 95 рублей бумажные полотенца, по 76 рублей. А бананы тут 90 рублей, да. Тушенка вот эта вот кусковая, да, самая дешевая. Мы для мэрии мы покупаем. И крупа Геркулес тоже в мэрии вот кашу варим, да. Смотрите, вот видите, груша. Конференция. В общем, на ценнике что-то совсем другая цена была. Понимаете? Сейчас я вот смотрю, думаю, сколько же она стоит. Выбила, а муж расплачивался, он никогда не смотрит, блин. Только ужасается вот этому, вот, вот. Ничего не купили, а вот на эту сумму. Я говорю, чек сюда посмотрю. А груша конференции, видите, килограмм 309 рублей. А купили на, а сколько здесь? На 744 грамма. Отдали 230 рублей. Вот эти граммы, это три груши. Вот одну грушу я уже съела. Я ничего не могу сказать. Груши вкусные, сладкие, мягкие, хорошие. Там еще какие-то красноватые были, но они были жестковатые. Вот, и бананы. Я про фрукты говорю. Я просто в ужасе, девчата. Ну, что за цена? Что за цена груш? Я не знаю, какие-то золотые груши. Ну, в общем, кошмар. И они сейчас стали такую моду взяли, да, они пишут, то есть за 100 грамм выставляют. В покупалке так вообще постоянно, там все стоит за 100 грамм. Так что будьте бдительны, смотрите. Если бы я знала, что вот такая цена, я бы сроду эти груши не купила. Ну, что это, 310 рублей в килограмм вот этих груш. Ну, это муж у меня их любит. Любит, сам их не ест, я их в итоге съедаю, потому что одну съест, вторую тоже я съем. В общем, как-то так. Бананы сколько, да? Сейчас давайте посмотрим. Банан, еще не посмотрел. Бананы, насколько вытянули, да? Они вытянули на кило 330, отдали 119 рублей. Ну ладно, уж там смирились, там по 90 рублей, там в покупочке они могут еще там дешевле быть. Ну, в общем, как-то так вот, девчат. Девочки, здравствуйте. У нас наконец-то пошел дождь. Три дня он был так по прогнозу, наконец-то пошел дождь. Вот видите. Ну, прохладно. На улице прохладно. Я включала даже в помещении здесь. Вчера утром пришла на работу, включала котел, всю ночь работал. Пришла, конечно, тепло, хорошо ж проветривала все. Ну, прохладненько. Наконец-то сделала я сегодня себе, девчонки, маникюр. Кстати, знаете, вот этот вот эти вот такие вот цветочки сейчас в тренде. Угу. Просто обычные такие тыкалками так делаешь. Себе мне, как всегда, некогда же все это делать. Я вот себе думаю, какой классный дизайн. Не надо заморачивать, вырисовывать там эту китайскую роспись. Шлюп-шлюп-шлюп вот так вот сделала. И как бы так вот, может, лучше будет видно. Ну, вот такие вот. Видите? Обычные цветочки. В общем, чем проще, тем лучше, насколько я понимаю. Все, везде минимализм, полный минимализм. Сижу, перебрала здесь вот все, вот осталось времени, час где-то, сижу, все перебрала, потому что очень много сняли с производства, вот эти вот убрала, которые сняли с производства, здесь положила, которые есть. Открыли новый склад в Москве по продукции, вот это по духам. В Ростове закрыли, теперь не знаю, хотела делать заказ, Ростов сегодня работает, в Москву не то открыли, не то нет. Потому что у меня заказ на духи, на распив там мне девчонки заказывали. И такие флакончики надо будет открыть. Все спрашивают, почему это на распив, да? Не на разлив. Ну, потому что погуглите, почему не на распив. Распив, чтобы взять, попробовать. Угу. Так интересно звучит. Прикольно, мне нравится. Но здесь я стала по месту ставить разлив, потому что местные просто не понимают люди, что такое разлив. Многие.
А смеются, прикалываются, ну весело. Зато смешил людей. Так, ну что, девчонки, такой короткий влог у меня сегодня. Я сегодня работала весь день, устала. Пойду домой. Надо еще ужин приготовить. И все, ужин приготовить, и все, и отдыхать. Завтра у меня поход, я не знаю, хотела записаться на педикюр к девочке. Все-таки, наверное, тепло когда-то наступит, а чтобы педикюр, чтобы красивый, да, все мы знаем, все мы девочки, нужно отпустить ногти. Вообще даже дошло смешно, что они уже цепляются, эти ногти, такое ощущение, за пол. А давай сейчас подпилю опять что-нибудь, не твыкай. Моя мастер скажет, ты что опять все спилила, срезала, еще что-то. Так что, наверное, пойду сегодня позвоню, запишусь, что у нее там на завтра. Еще мне нужно сходить к косметологу. Завтра у меня день для себя будет. И вот попробуйте отправить заказ, не знаю, с какого склада получится. Девчонки ждут. Спасибо, девочки, за заказы, что вы мне доверяете. И благодарю вас за это. Большое вам спасибо. Всегда знаете, что есть ссылка, переходите по ней, можете покупать сами со скидкой от 20% до 40%. 40% это скидка на классику. Такие духи 20 это уже пошли скидки на нишевые ароматы, на селективные, имейте это в виду. И очень благодарна, если вы пройдете именно по моей ссылке. А то я рассказываю, да? Делюсь, девчат, делюсь. Экономить надо. Надо на всем экономить. Духи на самом деле шикарные, просто шикарные. Сегодня опять тестировала те, которые меня выбрали на себе. Ой, вообще раскрываются в тремоте, конечно, шикарные духи. Ничего не могу сказать. И по такой, ну, можно сказать, смешной цене. Ладно. Кто о чем, а я о своих баранах, да? Ну, всего хорошего. Уставшее горло, значит, у меня легче стало, все, горло уже пу-пу-пу. Температурку вчера вечером поднялась, но парацетамолом я ее сбила. Не знаю зачем, но голова болела сильно. Так что в окно сижу, смотрю, пасмурно затянуло так. Ну, знаете, хорошо, что там идет дождик, потому что картошку-то мы зарыли 1 мая. Сухо и сухо. В мае должны быть дожди, чтобы сейчас все сажается, все поливалось. Хотя мама роса до сих пор не высадила. Очень холодно, куда роса, она все переросла. А что делать? На улице не высадила. Сегодня было в 5 утра, вообще плюс 1 у нас. Вставала, смотрела. Все, пока-пока. Ссылка моя в группу Telegram. Я 24/7, всегда под видео. Пока-пока.